словесные пули литрами на палитре. Вместо того, чтоб удаляться, парты мне мои верните. Обиженки, я не пришел на батл, некрасиво. Спросишь на зиме, где 47, чувак, я кинул зиму. На! Репосты, лайки, твиттер, PLC, хэштеги. Расскажи это тем, кого вы кинули на демки. В пользу же полиза, фильтруй, братуй. На вас всех тихо опустился мой хуй, мой хуй. И замутите мер, спринтом очень жирного ебла. И подпись, тысяча способов заработать на рэперах. Я подожду новые санкции, средства до зимы. Опять стану ноунеймом и пройду новый путь до звезды. Звезды, как вы, хотя, наверное, далеко. Меня ж не звали на Блэкстарт, а и в Твиттере я никто. Отсюда смысл, если ты прибитый к рангу старичку, то ты обязан моментально брэдлить по щелчку. Ищи новые лица вместо тех, кто снег оставили. Дабы найти новые лица, надо прежде срезать старые. Встали, ушли, сезон ваш удался, он вас лучше на свете. И зачем вам новые лица, когда у вас есть крэпер? Арррр, вы на своем поле уже в гостях. Где Руся, блядь, Руся, Руся хайпит на ваших костях. Кто-то на просмотрах, кто-то на повторных франшизах. Но странно, когда тебя нет живую, а есть на афишах. Обижен? Нету обид, есть только выводы. То, что мой корабль перестал ко мне лавировать. И ты почаще вслух озвучивай свой возраст. Предложил тебе попатриться еще, чтоб не прийти еще раз. Вы создали игру, в которой потерялись. Я взабатлил, сука, вас в самом хуевом сериале. Кстати, нет Big Music, ни петухи, ни так, ни сильно сразу. Там лишь двое охуевших меркантильных. Поставь мне лайк, сука, поставь мне лайк. Сделай репост этой записи с хэштегом ОКАЙ. Все ваши банты, все ваше мнимое величество пашет лишь до тех пор, пока есть в доме электричество. Ты уси, любитель же ты наш публичной суеты. Принимай мой вызов на площадке СПБ, не сы. Мне достаточно хоть два, хоть три слова, чтобы трясло вас. Какое нахуй слово, мэн? Я и есть слово! Тема закрыта!